Друзья, привет! Фикс прайс Дыбенко 25, Антонова Овсеенко 20, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этих магазинах. Приятного вам просмотра! Кашпо садовое на 3,5 литра. Есть синие и коричневые. Стеночки тоненькие. Цена по карте фикс прайс 71 рубль. Горшок для цветов с поддоном, с узорами объемными. Пластик на этот раз очень плотный. Мне очень понравились расцветки. Салатовый, синий, белый, темно-зеленый и коричневый. 79 рублей. Крышка для банок. Материал полиэтилен. 6 рублей 50 копеек. Крышка для консервирования, сделанная из жести. 6 рублей 10 копеек. Набор бит с рукояткой 21 предмет. Биты сделаны из углеродистой стали. 99 рублей. Набор бит с рукояткой и удлинителем. 32 предмета. Находится все это в контейнере. Биты сделаны из углеродистой стали. 149 рублей. Вновь поступили лампы настольные с кабелем USB. Вот так они выглядят. 20 светодиодов, 3 режима свечения, сенсорная кнопка, световой поток 270 люменов. Это очень много. Кабель 48,5 сантиметров. Есть сиреневые, белые и черные. 299 рублей. Лампы антимоскитные с кабелем USB 80 сантиметров. Привезли очень много. 6 светодиодов приманивает комаров светом и затягивает потоком воздуха внутрь ловушки. Есть инструкция. 299 рублей. В том году были плохие отзывы. Так что думайте, прежде чем купить. Здесь все еще есть шкатулочки в виде яблочек с золотыми веточками. Это керамика. 199 рублей. Перчатки хозяйственные. 10 пар. В этом магазине есть размер XL, M и S. 99 рублей. Только светлые. Шнурки силиконовые, очень яркие, удобные, 99 рублей. Коврик 66, но 105 сантиметров. Посмотрите, какой здесь красивый в этом магазине. Основа войлок, 349 рублей. Салфетки универсальные из микрофибры, 3 штуки, 30 на 30 сантиметров. Ну, как-то они цепляются к ногтям, к пальцам, мне не очень нравится. 79 рублей. Одноразовые станки БИК, 6 штук, 3 лезвия с алоэ вера, производитель Греция, 299 рублей. Одноразовые станки 7 штук, 2 лезвия с платиновым покрытием, Россия, 199 рублей. Станки жилет 10 штук с двойным лезвием, 249 рублей. Одноразовые станки жилет 4 штучки, производитель Германия, лезвие с алоэ вера 249 рублей. И одноразовые станки жилет 5 штук, женские, 199 рублей. Новый стиральный порошок 2,5 килограмма, супер белый для белого белья, 349 рублей. Моющий порошок для дома 99 рублей, гель для посуды, смузи, лимон и банан 59 рублей. И средство для мытья посуды ромашка и глицерин Биолан 59 рублей. Расческа в форме пера. Очень симпатично выглядит. Нашла 3 расцветки. Цена 149 рублей. Подследники 10 пар в наборе. Вот такие светло-бежевого цвета 62 рубля. Носки детские, 85% хлопка, очень яркие и плотные. Расцветок дизайнов море. Китай 59 рублей. Носки детские Омса, 75% хлопка. Производитель Узбекистан. Тут и полоска, и рисунок. 59 рублей. Очень много разнообразных детских бейсболок из того года, и новенькие привезли. Вот такие симпатичные, с ушками, с гребнем дракона, по 249 рублей. Вот такие есть с ушками,
и с сердечком. И вот эти очень симпатичные. Такое блестящее сердечко и блестящий козырек. 249 рублей. Носки женские, высокие, 65% хлопка. Размер 36-40, производитель Китай. Рисунки разные, есть и смайлики, и сердечко, и цветочки. 62 рубля. Зубная паста Силкомед, здоровые десны и вторая белоснежная улыбка. Большая упаковка, 175 граммов, 99 рублей. Зубные щетки две штуки с круглой головкой, щетины сделаны в виде спиралей. Разработана в Новой Зеландии, изготовлена в Китае. 124 рубля. Это очень дешево по сравнению с другими магазинами. Сюда также привезли миски с крышками. Большие стоят 39,50, маленькие стоят 18 рублей 30 копеек. Производитель Москва. Контейнер высокий на 4,7 литра с крышкой. Я вам вчера показывала, 149 рублей стоит. Понравились мне вот эти контейнеры. Они герметичные, на 4 защелках. Литр 600 миллилитров. Производитель Архимед. 99 рублей. Солонка и перечница. Крышка откидывается для походов, для поездок. 26-30. Кружка с крышкой на 390 миллилитров. Крышку можно использовать как подставку под кружку. Материал фарфор. Есть с темно-серыми разводами, вот такая, и с розовыми разводами, 249 рублей. Очень симпатично. Кружка 290 миллилитров. Посмотрите, какое красивое стекло с объемными деталями. 55 рублей. Серия больших атласов для детей. Удобный формат, яркие иллюстрации, интересные факты. Вот первое – тело человека, как устроен мозг, как работает сердце. Вот вся вот эта серия есть в магазине. И планета Земля, и откуда, почему. В общем, все книги есть в наличии. Цена 149 рублей. Друзья, купила я себе вот эти щетки. Давно очень хотела, но как-то очень жалко было отдавать за такие щетки 250-300 рублей. Так они стоят в других магазинах. Классная щетка, очень приятная на ощупь ручка. 124 рубля. Друзья, спасибо за внимание. Продолжаем мы свой путь. Идем в сторону метро Петроградская. Здесь очень красивые дома. И сейчас будем мы подходить к площади, к Австрийской. Шикарные дома. Тысячи лошадей.
Друзья, справа вот это красивое здание, мы уже с вами здесь гуляли. С другой стороны, от ботанического сада Трофима, это театр имени Андрея Миронова. Основан в Ленинграде в ноябре 1988 года. Очень красивое здание, там богатый, прекрасный репертуар. Ну, а мы с вами почти метро на той стороне дороги. Сейчас перейдем и спустимся. Я с вами прощаюсь, друзья. До скорой встречи. Всего вам самого хорошего. Пока. Рыльца, моя любимая рыльца. Любуется, сидит. У нас теперь тепло, окно открыто. Моя орхидея опять расцвела. 2 месяца назад закончила свое цветение и опять. И посмотрите, сколько бутончиков. Просто море. Смотрите, какой у меня базилик. Я уже дала всем соседям. А он все растет и растет.